очень большая скорость, счет должен быть импульс третий. Ну, правильно, я уже большая. 13 метров никогда не бывает у нас. Написано, да? Все, ну, сейчас вот здесь раз был вес, и куда, где будем искать? Сейчас, самое, да, побольше экрана, может быть, виднее будет. Так, маневр, 9,8. Порядка 10 метров сейчас будем работать. У нас по запуску. Хорошо, хорошо, да. Это, наверное, не выше, а вот по нас экран. Все прекрасно. Все прекрасно. Все правильно. Сдуваем пешки, встраиваем. А я вот это прикрою, чтобы ты не могло. The only difference between this time and the last time I flew, first time flying and the first. It will be the first time in your life? No. Года я не думаю, что это осуществимо, потому что планы уже расписаны, их менять как-то, наверное, трудновато будет. И вообще насчет двухгодичного полета пока речи не стояло, насколько я знаю. И продолжение. Предполагалось, что после это будет как бы трех раундов, что ли, подготовка к полету на Марс. То есть вы прилетите и потом как бы вам через полгода еще лететь. Такой вариант уже не рассматривается, да? Ну, если я год отлетал, то мне как минимум год реабилитации идет. То есть такого...
такого вопроса передо мной, во всяком случае, не ставили. Но если поставить, я буду готов к выполнению. Ну, Михаил, скажите, в психологическом плане, вот Павел Виноградов говорил, что вы и Скотт, как два сапога пара. Действительно так? Вы вот чувствуете с ним такую солидарность, пополз, дополняете друг друга? Абсолютно рай, да, согласен, абсолютно. Мы очень хорошо сошлись, и у нас прекрасная команда, я рад, что мы летим вместе. Это на самом деле так. Скотт, are you friend with Михаил? Of course. You know, we're even closer now than we were years ago. We've known each other for a very long time. Геннадий, можно спросить, вы будете на орбите, точнее даже, по-моему, на Союзе испытывать новый планшет, да, человек больше? Почему новый? Которого... Таких планшетов пользуется весь мир уже. Нет, в детском саду дети начинают пользоваться таким планшетом. Там какой-то новый. Это наконец-то мы получили в космосе такую возможность. На андроиде там новая вроде какая-то программа? Да нет, самый обычный планшет, Samsung. То есть, на сказать... который, да, документация будет электронной деятельности, там ничего не особенного. Обычный планшет, который можете пойти купить на лесу. Управлять. Космическим кораблем тоже? Нет, не управлять космическим кораблем, а читать бортдокументацию в электронном виде. Есть несколько книг, 8 у каждого, а мне просто те 8 книг будут сведены в один в электронном виде. Там ничего не особенного. Самый обычный, доступный для любого. Да, что помогите нам перевести, да? А, Скотт, скажите, что вы думаете о космических традициях, которые существуют в России еще со времен Советского Союза, поливка деревьев и другие. Как вы к ним относитесь? И вы сегодня гладили дерево. То есть вы действительно о нем думаете, когда вы далеко от России? You know, it has crossed my mind that, you know, if this is actually my last flight, you know, I'm not going to spend that much more time in Russia anymore. And it's, you know, when I realize it's my last time here, you know, hopefully I'll never realize that, but when I do, it's definitely a place I'll miss. I really have come to, you know, love this country and its people, and, you know, certainly the tradition of the space program is, you know, is really, you know, something I'm very, very fond of. Геннадий Иванович, к вам еще один вопрос. Можно все-таки расскажите, вы человек пятый раз уже летящий в космос. Как космонавты относятся вот к этим своим деревьям? Насколько важна эта традиция, из чего она пошла? Вот зрителям, которые вообще ничего не знают про это. Ну, видите, мы сейчас прямо у дерева, которое после Юрия Гагарина, поэтому давно сложилась эта традиция. Мы следуем этой традиции. Вот, не знаю, может быть, какое-то суеверие у каждого. Ну, сказать, что это что-то такое необычное, из ряда выходящее, я бы не стал. Поскольку у нас таких традиций много, вы знаете, фильм хороший мы смотрим. Вот, как спрашиваю нашего коллегу нашего ветерана Павла Романовича Попова, почему? Писа там хорошая, про удачу. Поэтому я бы не уделял дерево из всего спектра наших традиций. Ну, дерево, дерево. А еще где-то деревья сажали? Мужчина должен это. Безусловно. Сотни полторы на своих приусадебных участках. Очень много. Ну, это, наверное, все-таки особенно. Ну, наверное. Растет плохо. Скажите, а в этом году будет 60 лет Байконур отмечаться. Вы как это в своем кругу отметите 2 июня? Ну вот вы нам напомнили, отметим теперь обязательно. Какое число? 2 июня. Отметим обязательно. 2 июня. Надо записать. Ну нам напомнит. Ну наверняка отцуп пришлет нам. Конечно. Поздравления, поздравим. На самом деле, и мы, и партнеры, мы представим целый перечень праздников, больших событий, очень памятных и для нас, для России, и для наших партнеров. О, мы стараемся, придерживаемся, следуем традициям. Поэтому как бы все запомнить невозможно, безусловно. Всегда мы готовим какие-то сбросы, видеопоздравления. Вот ко всем этим знаменательным событиям. Михаил Борисович, а вы первый раз будете день рождения в космосе справлять? Второй. Второй. Вот первый раз 50, второй раз 55. Да. Вы специально так подгадываете? Ну, я старался подгадать, пожалуйста. Следующий будет 60. Тоже на год. Михаил, а можете рассказать про эмблему вашего экипажа? Что она обозначает? А у нас много. Годовая? Корабельная или годовая? Какую вы имеете? Вы имеете эту или... Нет, сначала про вашу, которая сейчас на куртке. Вот это Геннадий Иванович, он командир корабля. Мне рассказать, да? Да, давай. Три силуэта. Мы, в общем-то, наш полет сравнили с таким вот марафонским забегом. Поскольку у Скотта и у Миши годовой полет, у меня, в общем-то, я приближаюсь к рекорду, вот такой марафонский забег в таком стиле. То есть рекордный забег, скажем так. А про вторую, которая годового полета? Ну, это долго ее описывать. Там единичка, One Year Flight. Покажите. Вот в космосе. Покажите. Вот она такая же. Вот у Скотта есть. Последний вопрос.
и флаги российский, советский на фоне станции. Ой, российский, виноват, российский, американский и станция. And the 13 я родился other people, в Советском Союзе. Да. The 13 other people will be on board the station with throughout that year mission, represented by the stars on the bottom. Scott, you and your crewmates will have the privilege and the honor of flying this summer over the 40th anniversary of Apollo Soyuz, which many believe was the birthplace of the international cooperation that we see here today and up on orbit. What are your thoughts about that? You know, I think they probably couldn't have, the people that were involved in that could have only dreamed that, you know, 50 years later, or 40 years later, we'd have this this international space station and the international cooperation we have today. I mean, it's we've come a long way, and you know, we stand on their shoulders, and the accomplishment of the Apollo Soyuz guys to get where we are today. Все. Сейчас. Спасибо, коллеги. Все, спасибо.